Выплата садака является важной составляющей исламской религии. Это добровольная милостыня, которую выплачивает мусульманин с целью заслужить довольство Всевышнего. И лучшим ее проявлением является помощь в постройке мечети. В поселке Тюбе состоялся марафон по сбору средств на строительство мечети. Подробнее расскажет Абдулла Алиев. Акция была проведена с целью сбора денег на завершение строительства джума-мечети поселка Тюбе. Мероприятие началось с маджлиса, на котором были исполнены нашиды и прочитаны проповеди. Выступавшие ученые-богословы затронули тему важности участия в благотворительности и выплаты добровольной милостыни. Мы организовали марафон с целью для завершения нашей центральной джума-мечети поселка Тюбе. Так как у нас был маленький мечеть, не помещалось там, мы перешли сюда, чтобы была вместимость, и чтобы все были, чтобы все помещались. Знаете, были разные варианты. Мы думали, как же нам собрать средства. Были варианты просто пройтись по поселку, собрать с каждого дома. Но все это выглядело как-то сухо. И мы решили сделать что-то необычное, что-то, что взбодрит поселок, что-то новое. И в голову пришел марафон. Есть опыт у других поселков, есть опыт Махачкалы. И мы переняли этот опыт и сделали у нас. Жители Тюбе активно участвовали в акции. Многие приходили на мероприятия с семьями вместе с детьми, которым взрослые в этот день показали хороший пример благотворительности. Все без исключения желали внести свой вклад в благое дело. Неудивительно, ведь эта мечеть – достояние всего поселка. Строительство этой мечети у нас чуть задержалось совместно с имамом, с помощниками имамов, с молодежными организациями, которые у нас в поселке присутствуют. Решили совместно создать такой марафон, чтобы последние 10 дней месяца Рамазан, чтобы баракат для поселка тоже было, как помощь что для мечети тоже, завершение строительства. Мы создали такой, это очень важный такой приятный день для поселка. Для нас очень важно вот достроить, как бы привести порядок эту мечеть, чтобы приходили сюда, чтобы совершали благие деяния, чтобы богослужения проводили как положено. Раньше в поселке функционировала лишь одна мечеть, которая вмещала всего 500 человек. Это было недостаточно для всех, кто приходит сюда на пятничную молитву. Поэтому было принято решение в кратчайшие сроки отстроить новую мечеть. Пока в ней обустроена только одна часть, остальные нуждаются в отделочных работах. Все полученные средства с марафона пойдут на расширение и обустройство мечети, которая будет вмещать около 4000 человек. Полное строительство планируется до наступления зимы. Абдулла Алиев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, поселок Тюбе.